Итак, у нас полтора часа до конца войны, и мне нужно отбить свои тапочки. Сейчас выберем кого-нибудь. Интересно, выигрываем мы или нет. Так, у нас 27, у них 36. Короче, непонятно нифига. Так, сейчас я посмотрю. Ну, смотрите, сюда можно с ними пойти. Сюда зелеными. Хотя могильщик, может быть, сюда лучше зелеными. Так, а еще куда? Сюда фиолетовыми можно сходить. Ну, пойдемте, все по порядочку. Я надеюсь, цели останутся мне. Так, Макар. Нет, кота я не хочу брать, Домиция. Пойдемте. Сейчас всех убьем. Так. Придется немножко подзарядить Теллу. Но это необходимо. Да, все, супер. Вивика, отъедешь? Не отъехала, но мы тебе сейчас поможем. Так, интересно, добьет Абакан ее? Или непонятно, да? Знаете, короче, наверняка с Артаной ее задушим. И тогда в Медведицу запускать. Все, вот теперь пройдемся Макаром. Медведицу добиваем. Ну, смотрите, слушайте, тут удачненько очень даже сложилось. Очень даже удачненько. Не хочу Баргламота заряжать, но мне нужно поля пошевелить максимально. Сейчас синий кристалл соберем. Пока на мне хил висит, в принципе, не страшен мне Баргламот. Так, и даже... А, могила уже зарядился, да? Но мы все равно будем набирать ману. Сейчас у меня как раз Сартана должна быть готова, если ее не прикончат. Так, давайте попробуем добить таки Баргламота. И еще собрать три камня под ним. Не совсем под ним. Ай-яй-яй, не заряжайте мне его. Не заряжайте. Так, давайте... Хилимся. Макар, конечно, не убьет его, но его добьет Домиция. Все, теперь аккуратненько камушек поищем. Хорошо, что война не хиловая. Сейчас у нас Абакан будет готов. Абакан, блин, может не добить эти вот капли. Бесит меня. Знала бы, не качала его. Единственное, что иногда решает контратака. Но это... Если бы он на троих хотя бы вешал, это было бы круче намного. А так, каковы шансы, что в него попадет? Сейчас мне еще могильщик всех это... Поубивает. Все, не поубивает. Чудненько. Так, кем и куда мы там хотели? Давайте вот сюда или сюда. Ну, вот этот пожирнее будет. Синими, хотя, блин, синие долго будут заряжаться. Сейчас я посмотрю. Куда еще можно? Жан Белла. Ну, кстати, можно попробовать сюда желтыми. Пока я, короче, думаю, сейчас все цели разберут. Давайте вот сюда зелеными я хотела. Пойдемте зелеными, сейчас сходим, там посмотрим, что останется. Если что, дождемся реса поля. Так, Хоргал. Единственное, что, конечно, блин, Теллу мне снимать будет нечем. Но будем надеяться на чудо. Был бы камень. Надо подумать, как их собрать-то лучше. По максимуму. И Теллу при этом не заряжать.
Давайте под хионой. Может быть, здесь еще что-то вылезет? Нет, не вылезло. Может быть, здесь вылезет? Вылезло, но... Ну, тогда вот так. И еще три в теллу. О, кристалл. Добьешься ты? Фу, добилась, слава богу. Так, ну что, Гриша, поднимай крит. Хоргал, пройдись по ним по всем. Так, магний у нас умрет от камней. Давайте тогда добьем Джуна. Джуна мы не добили. Ладно, хилимся, взрываем кристалл. В общем, здесь все очень, очень просто. Ну, Наташа... Наташа выбрала хорошую жирную цель. Магний все не хочет погибать. Давайте, давайте. Я хочу еще шот хочу. Мне понравилось. Знаете, после каждого счета такое удовлетворение чувствуешь. Ты умрешь уже, нет? Умер. И Наташка нас покинула. Ну, слушайте, повезло, повезло. Давайте посмотрим, что мы можем сделать еще. Мы можем пойти синими либо на Анзоха Санатель, и либо на вот это 4500 с Жаном. Но они так медленно заряжаются, что если Урсена... Успеет, ну ее. Пойдемте, наверное, на Анзоха с синими. Так себе команда, конечно, против Теллы, но она довольно-таки живучая. Так, и будем снимать грязь с себя. Берем Соню в костюме. Из Арния, доживешь ты у меня до ульты хоть раз? Или нет? Сейчас посмотрим. Ну, пойдемте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Беда. Что делать-то? Давайте хотя бы попробуем Теллу, что ли, не заряжать. Извиняюсь. Соберутся тут три камня. О, собрались. Ну, Телла уже готова. В общем, надо нам кого-то прикончить. Давайте подвинем морду. Сейчас еще два взорвем. А смысл? А вот смысл, понимаете? Давайте, что ли, дождемся мы, когда спадет это. А, вот она спала. Сейчас еще в Теллу зайдет немножко. Ой, выпади что-нибудь прекрасное. Давай. Ай, ай, ай. Плохо. Мне надо похилиться. Сейчас Анзох по мне пройдется. Сколько оно висит? Два хода. Терпим мы два хода, нет же. На следующем Анзох по нам. Ну, ладно, давайте так. Сейчас убьет мне всех заряженных. Да неужели? Короче, здесь мы никого не убьем. Все, Анатель сейчас мне тоже поможет. Ну, не может же три раза подряд так вести, правильно? Это были бы иначе не пазлы. Луковиц миллион. Печально, печально. Ну, а что, если мы сходим желтыми вот сюда? Пойдемте, попробуем. Шансы крайне малы, но они есть. Затащите вы. Красавчики. Давайте.
У кого-то тоже камня ноль пишут. Так, ну смотрите, есть чем работать, есть чем работать. Сейчас здесь подтянем, там подтянем. Так. Так, шакал. Давайте попробуем Финли уничтожить. Вдруг получится. Должно вообще-то. Должно. Отлично. Все, теперь надо Теллу убивать. Чао, ты добьешь? Вот только попробуй не добить. В принципе, талант у нее еще не сработал, поэтому добил. О, и Жанна тоже. Ой, смотрите, как, а, расчехлила. Давайте Фрею по порядочку всех. Что-то не убилась-то. Ладно. Ну, слушайте, здесь зашло. Очень даже. Все, Фрея. Пока. Это же Фрея? Или я их опять перепутала? Нет, это не Фрея. Как ее? А, нет, Фрея. Блин. Ладно. Не суть. Еще два тапочка. А, у меня два красных тапочка, собственно. Очень даже. Ну, давайте кого-нибудь полегче. Ай, заняли. Кого-нибудь полегче маленьким тапочком, да? Вот давайте сюда пойдем маленьким тапочком. Не знаю, получится или нет. Так, грозуль идет у меня в этот тапок. Зимкифа в большой тапок. 3, 4. Так, а кто у меня там еще? Кто у меня? А, и клык, да, все правильно. Бить, конечно, некому. Ну, ладно, ладно. Будем надеяться, что грозуль затащит. Ой, что-то я отряды не посмотрела. Блин, хреново. Давайте, короче, убивать сначала Теллу, а потом посмотрим, что мы можем сотворить. Так, ну пока нет смысла грозулью пользоваться. Даже думаю, Анзоха спровоцировать на атаку. И сразу вылечиться грозулью. Вот. Таким образом. Так. Но я тут особо целенаправленно цели не смогу выбрать же, да? Давайте, наверное, брать лево. Брать лево. Ну, естественно, хилимся. Колин. Горилла. Кстати, сейчас горилла защиту поставит от Миссандры. Вот так, наверное. И камнем я сейчас Анзоха, по идее, должна добить, но если что, он догорит. Ой, супер, супер, камушки. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Сейчас Анатель еще не должна на меня повесить грязь. Ну, урон только нанесла. Ладно, не страшно. Ну, кристалл я фиолетовый что-то не хочу взрывать. Поэтому давайте хилиться и добьем Миссандру. Сейчас она догорит. Все, теперь сделаем более безопасными Анатель и Сартану. И теперь можно взрывать. В принципе, пусть уже Сартана ультует. Она, правда, не хочет. Но они пока горят. Пусть горят. Я как раз камень поищу. Сартана хорошую цель выбрала. Давай, камушек, появись, появись. Блин. Хоть бы Анатель не зарядилась сейчас. О, появился камушек. Все, отлично. Еще подгораем. Все, ну слушайте, затащили, отлично. Фу, я рада. Итак, 3-1, да?
Ну и все, последний у меня тапочек остался красный. Он у меня очень даже сильный. Но вот здесь нет зеленых. А, здесь тело зеленое. А здесь два зеленых. Пойдемте сюда. Здесь шансов больше, мне кажется, их разложить красным тапком. Так, клык, клык, клык и гормик. Эта команда должна выиграть. Но тут как бы без вариантов. Тут как бы, если она не выиграет, это 10%, что она не выиграет. Это если совсем камня не будет. Ай, блин, накаркала. Так, ладно. Сейчас подумаем. Ну, давайте попробуем Бабакана сейчас разрядиться. Соберем три красных. Так, вот здесь, давай, вылезай, вылезай что-нибудь, вылезай, вылезай. Ни хрена не вылезла. Так, ну Телла готова, поэтому запускаем все в нее. Сейчас сделаем морду. Блин, короче, смотрите, жесть какая. Сейчас я мордой еще два камня соберу, но мне это вообще никак не поможет, к сожалению. О, смотрите, Телла сейчас должна сдохнуть. Давай в гормика. Молодец. Так, ну минус Телла. Блин, Марьяна сейчас убьет кого-то. Клыка? Клыка? Да, клыка. Что ж ты не воскрес-то, зараза? Блин, нет камней, ну нет камней, ну вы же видите, вообще не знаешь, что собирать. О, это хорошо. Давай, короче, Марьяна сейчас должна уклониться от Абакана. А, у меня еще там Кингстон. Собака. Корешок спас Зимкифу. Ненадолго. Так, ну чего делать-то? Добьют Абакана три камня? Или не добьют? Добьют или не добьют? Даже не три, а два в него влетит. Да? Можно еще кристалл взорвать. Марианна-то, конечно, добьет Абакана, но она сама пострадает. Ладно, давайте надеяться, что два камня добьют Абакана. Все-таки тут будет комбо сейчас. Да, но ладно, двоих вынесли уже хорошо, уже не так стыдно. Блин, сильный красный тапок не заходит. Это, конечно, очень эпично. Ну, слушайте, я довольна, в принципе. Четыре шота. Чё там, где я? Я даже на 13 месте. Чуть побольше, чем обычно набрала. Да, ну мало шотов, мало. Давайте посмотрим, как меня били. Так, здесь шот один. Где я? Здесь с двух тапков. И все, что ли? С одного. Ну вот в этот раз у меня оборона похуже стоит. Итого 10 попыток, у них 34. Когда они собираются бить-то? Могут же затащить, да? Сейчас обновят и наберут очков. И мы вырвали победу у украинского клана. Смотрите, какие мы красавцы. Единственное, что они не успели отбить два тапочка, но их бы это не спасло. Так что мы молодцы. Пойдемте посмотрим поле боя. Что у них тут было по атакам? О, на мне шот заработали. Ну, в общем, нормальный у нас отрыв. Победили честно. Мы это все отбили, мы все отбили. Мы молодцы. Всем пока.